Александр Бугаков – опытный водитель. Встречи с инспекторами на дороге у него происходят нечасто. Последний штраф получал около 3 лет назад. Сегодня торопился на помощь к жене. Она пробила колесо, поэтому не пропустил пешехода. Обычно всегда соблюдаю пешеходов, пропускаю обязательно. Вот. Вообще за соблюдение ПДД целиком и полностью. Безопасность дороги – самое главное. Да, сегодня не заметил за погодных условий, но впредь буду более внимательным и более бдительным на дороге. В такие погодные условия нужно быть особенно внимательным на дороге и соблюдать ПДД в первую очередь. Водителям, которые не пропускают пешеходов, грозит штраф от 1,5 до 2 500 рублей. С начала года в Самаре зафиксировали 113 дорожно-транспортных происшествий, в которых 138 человек получили ранения различной степени тяжести. 2 человека погибло. Аварии происходят не только по вине водителей, но и по вине пешеходов. В этом году таких было 18. В целях профилактики сотрудники ДПС регулярно проводят рейды и проверяют, как автомобилисты соблюдают правила дорожного движения. Госавтоинспекция города Самара принимает меры профилактики дорожно-транспортных происшествий, а также выявление пресечения административных правонарушений, влияющих на аварийность. Необходимо пешеходам учитывать тот факт, что водителю потребуется время для остановки транспортного средства с учетом погодных условий и дорожного покрытия. Пешеходам нужно помнить о том, что пересекать проезжую часть можно только убедившись, что водитель вас пропускает. Ребенка на переходе необходимо держать за руку. Во время рейда инспекторы ДПС выявили 15 жителей города, которые переходили дорогу, нарушая правила. Административный материал составили также в отношении 21 водителя, которые не предоставили преимущества пешеходам. Максим Магомедов, Николай Епифанов, «События».